А вот группа Est продолжает традиции анархии в своих альбомах. И, как всегда, снимает провокационные видео. Мы работаем в нашей студии под названием «Квадрат» над новым альбомом, который будет называться, скорее всего, «Дух свободы». Я надеялся, что он выйдет уже месяца два назад, но там некоторые технические сложности возникли у нас, и поэтому выход альбома затягивается, к сожалению. Эту студию сделали я и Владимир Тычинин, мой друг, он поет шансон, мой ближайший друг, вот мы сделали студию. Всех приглашаю. Первые три песни в этом альбоме будут песни, написанные на стихи Нестора Ивановича Махно. Он был замечательным поэтом, его очень в смешном виде обычно представляли в советских кинофильмах. Совершенно был другой человек, у нас давно эта тематика в песнях присутствует, помимо там секса и всяких там, ну, других тем. Да, мы постоянно возвращаемся к этой тематике, потому что это вот чисто русская тема, анархия, как бы вот российская. Здесь это было изобретено, разошлось по всему миру, и как бы вот мы наконец-то созрели для того, чтобы написать песни именно на стихи самого Махно, лидера вот этой армии Черной гвардии. У меня очень много книг. Бывший наш гитарист Андрей Гернеза, мой школьный друг, тоже увлекается. Мы обладаем кучей информации об этом движении, воспоминания Махно, его сподвижников, людей, которые участвовали в этом движении. Действительно очень интересно, интереснее многих там каких-то вестернов, триллеров, там всякой херни, потому что это совершенно заброшенная тема, но очень актуальная, потому что во всем мире анархия популярна, особенно в наших маргинальных кругах, там среди панков, байкеров, рокеров там, и так далее, металлистов. Уже снят клип, фактически песня называется «Будь со мной». Мы с вокалистом немецкой группы Болверк снялись в порнофильме, но не как гей, а там с девушкой, там как бы наш российский порнорежиссер Боб Джек его зовут, обладатель двух Оскаров, единственный российский режиссер, который имеет сразу два Оскара, ну, конечно, в номинации «Хардкор». Вот мы снялись, и будет такой первый в мире порноклип. Собираемся снять целый полнометражный порнофильм с моим участием под названием «Рабочим Мото Камасутра», где я буду в главной роли, еще очень-очень много красивых и прикольных актрис. Ну, я музыкант, поэтому, я думаю, всем будет интереснее, и продюсерам, там, Олегу Голдуеву, там, и нам интереснее будет, если этот фильм будет не просто с моим участием, но и с музыкой группы «Эст». Это взаимовыгодный проект, потому что я думаю, что многие фанаты и фанатки «Эст» с удовольствием купят не какой-то там DVD, там, предположим, а именно вот свои любимые группы.
смерти. Подлый внук мне дал билет. Мне захотелось до смерти от волнения в туалет. Тех подонков в рваных майках и с кольцами в носах я лично высек бы нагайкой, чтоб знали, как вести себя. Я следил с балкона за этой стаей обезьян, и как служители закона тащили тех, кто пьян. Один с глазами наркомана все орал, рэп атакал. Я взял очешник из кармана, кинул и попал. Я попал. Я попал. Я Жан Сагадеев из группы «Эст». Даю интервью специально для программы «Music Infection».